Да я... Ну я не могу! Это позиция, я не могу! У меня засветы, солнце ебаного, уберите его на... Как? Ну маму еб... 20 хп просто ни за что... Я еще недавно осознал, то что я почему-то всегда экономлю силы, когда играю. Я никогда не играю full фокус. Никогда. Я прицелом вожу всегда не full фокус. Если б... Если бы я всегда водил прицелом full фокус, вы бы вообще охуели того, кто я такой, блядь. Я бы... Блядь, вы бы охуели реально. Если что, если что. Хайэла. Типа рекордная. 3650-48. Я сейчас прям на рекорде сижу. Сата... Ну, не очень, ну, не очень. Но и я особо не старался играть. Я вообще сейчас на спаде лютом. Но при этом всем на лютом спаде я имею Макселла и, ну, стату адекватную, адекватную. Но не лучшую. Как ты убираешь дома по полу на коленках ползаешь? Я запускаю этого робота-пылесоса, но это, блядь, я купил робота-пылесоса за 45 тысяч. Это со скидкой. Без скидки он 65 стоит. И эта ебаная тварь нихуя не убирает и выебает. Всегда. Я не знаю, зачем вообще он. Я нового куплю, блядь. Но впадлу как будто, потому что я 60 тысяч потратил на этого долба. А он нихуя не делает все равно. А, и кстати, ебать. Кто это заметил? Мне галку на фейсе дали. Я теперь, ну, необычный смертный нахуй. Угу. Профиль в стиме оформил. Где он, блядь? Профиль в стиме оформил. Галочку на фейсе получил. Макселла пробил. Да я вообще, блядь, отец игры, нет? Ты теперь как админ фейса такой же сын. Да нет, мне кажется, меня техподдержка все равно игнорить будет. Че у меня лагает контра, блядь? А, другое дело, на игру. Только я надеюсь, лобби какое-нибудь будет балансное, чтобы было интересно играть, и чтобы я играл на своей позиции. А то я в последнее время, не знаю, вообще не на своих позициях играю и проебываю все время. Три, ну нормальное лобби. Я в миду, ребят, всем спасибо за внимание. Баю Нидерланды. Играем Германию или Швиден. Желаю удачи, друзья. Желаю удачи. Вся команда играет на, вся команда играет с ВП. Найс! Отличное начало, блять. Ну ладно, на верпасе я даже уступить могу. На верпасе у меня какой-то спад на апленте, я хуй знает, на похуй. Я чего-то прикольчика не понял, как ты Full Black профиль сделал в стиме. Там же нет черной темы. Я просто. В смысле, я просто. Я Black. Кстати, ты бездарь. Профиль топчик. Красивый профиль, Тимурчик, роспись. Это стрим-снайпер, ёб твою мать, это же сын шлюхи. Ты когда 3000 лапнул, блять? Он новый аккаунт зарегал, что это? Он купил новый аккаунт. Он купил аккаунт. Это ебаный долбаный, блять. Все, я понял. За меня два бота, один игрок в перспективе, ну ничего такого, неплохо. Ой, блядь, меня на спавне пиздят. Сука, помощь. Я нуб. Да что ж такое, блять? Только врубил, сразу икать начал. Я вне стрима не икаю вообще. Мама! Мама! Сука. Не мама, сука, а враг, сука. Блять, это мой чел стрим снайпит меня. Нахуй вот снайпить меня и вот так играть? Зачем? Играть как такое дерьмо, блять. Чел на ножевых уже затроллил. Ну ёбаный ротик, там нельзя поставить полностью черную тему. Там есть космос, тьма, полночь и прочая залупа. О, тусите. Черного нет. Он тупой? Cloud9, нахуй, дисбанд. Как можно быть таким тупым, просто вперед идти, блядь? Своей ссылкой на Twitch, короче, становлюсь популярным, изгоняю тебя в сторону Twitch, окей? Я все прослушал. Анлука. Че он сказал? Я нихуя не понял. Дедкон. Ебать. Еле-еле нахуй. Да я... Ну я не могу! Это позиция, я не могу! У меня ебать засветы, блять, от солнца ебаного. Уберите его нахуй! Конви за кейлас. Блять, я не могу ебать засветы, блять. Я не могу, блять. Просто ебаные плюс блядские засветы. Кто солнце придумал нахуй? Уберите его, блять. Зимой так охуенно было стримить. В 6 часов никакого солнца, никакой хуйни, блять. Ебаные засветы я нихуя не вижу в коннекторе, когда играю. Просто нихуя, блять.
Так, ладно. Первая смерть у меня почему была? Враг дал... Вторая смерть... Сейчас за свет. Солнце заруинило. Окей, пока я ни разу не ошибся, это... Ноль ошибок все еще сохраняется. Я, короче, я придумал стратегию. Я не буду реагировать на свои смерти, когда я не виноват. Если я виноват, окей, я среагирую. Если я не виноват, похуй. Похуй, Гонекс. Ну, несправедливо, ну и чё, похуй, похуй. Это чё? Шторы купить не можете? Сука, я всю себе квартиру шторами завесил, нахуй. Я не знаю, мне кажется, воздух уже блокирует эти шторы, блядь. Но солнце все равно ебать. У меня шторы серые, а не черные. За что меня убило? За что? Ну вот опять. Опять ни за что! Ладно, похуй. У меня чел залагал. Бывает. Кто виту? Да задохнись ты уже. Что за пи***ь? Монстр иншорт. Мама. Найс. Well done. Ладно, ладно, короче, три раза умер, опять же, не по своей вине. Ну ничего страшного. О, солнце пропало, ебать, как заказывал. Ну стена. Ну меня не пропускает стена! Чё, блядь? Почему кровь ебать? Какой смог вообще? Бля, я не знаю, я с таким сетом чувствую себя каким-то долб***ом. Типа аункером. Еще этот прицел, точка, блядь. Я как будто фул ебать вообще. Опа, блядь. Не ждал, ну все, дальше я не пойду, не хочу. Так, я думаю, свою коронную хуйню на монстре показать можно сделать, в принципе. Знаю, бля. Да и нахуй, иди со своей бомбой, блядь. Что вы делаете, нахуй? Бля, монстр в упоре. Нахуя мой тип туда идет-то, блядь? Чем? Это раз, а во-вторых, прикольно я ему въебал, а в-третьих, мог бы и дальше въебать на самом деле. Но пощадил. Ну, 3 в 3 ситуация, в принципе, играбельная. Только я не знаю. Я на ластапчике, ну похуй, я отдыхаю, я отдыхаю. Я сейчас не в форме, я набираю форму, все нормально. Я на спаде, я должен это прекрасно понимать, ну и... Дилдым. О, блядь, снайпер, нуб. Снайпер полный нуб. Одно хп у него. Ну охуенчик, блядь. Как он такой смог, нахуй? Ай! Понял, хуйня, извини. Well done, boys. Мы 2 в 5 проебали. Лонг, лонг, иди, бомба чистая. У нас челы бомбу просто выкинули на плейграунде, блядь. Пошли нахуй, и мы 2 в 5 проебали. Нормально вообще, блядь? Охуенно, 2 в 5 ебать. Почему я сейчас умер? Команда дерьмо, нахуй, бомбу забыла. Сейчас не виноват. Что они... Почему они хуй забили на Б? Я не понимаю, что они делают? Почему? Шансы, шансы есть. Бля, хорош. Ебало закрыл. Я тебе сказал, что ты хорош, ты чё, охуел? Да. Эгоист, блядь. Бля, вот а почему... Почему так, нахуй? Бля, я в принципе не против, что за меня такие раунды выигрываются. Ну почему против меня такие долбоебы, блядь? Как мне против таких тупых игроков играть? Бля, у меня детская травма. Маму ебал! Кто так стоит, блядь? Да все, в пизду, блядь. Ну контра не мое, просто не мое, блядь. Не, ты все из-за прицела, нахуй. Ну я ебал, это просто... Ну как? Бля, ладно, я попью водички, нахуй. Датком. Сука, ебаная игра для выблядков. Кто это придумал, нахуй? Ну я не могу, я просто... Блядь, вы видите, как я чекаю вот эту позицию? У меня же душевная травма, блядь. Я 3 секунды стою, смотрю, блядь. Просто АФК, нахуй. Ну я ебаный, блядь, кретин просто. Ну я хуй знает. Я признаю, я виновен сейчас. Я признаю, я виноват в данной ситуации. Я признаю, вот сейчас моя ошибка. Я признаю, в этом раунде я признаю. Я буду пиздить прицелы. Прицел залупа. Прицел параша. Прицел хуйня. Прицел поебень. Отличные у вас прицелы, хуесосы, блядь. Ладно, пойдем по вам. Этот прицел. Ну, играбельно.
Фух, блять, убил. Ёб твою мать. Ну маму ебал, какой молик, блять. Ну у меня команда вышла на Б зачем-то, блять, когда у них один на А вообще был, я не знаю зачем. Все нормально, я просто разыгрываюсь. Первая разыгровочная игра, нормально. Мы вообще выигрываем, чё я, блядь, недоволен-то вечно, а? Я побеждаю, блядь. Я побеждаю, будь доволен, нахуй. Наслаждайся, меня стопит хуесос ебаный, я чуть из-за него не погиб. Ну да, да, одну мне въебало. У меня чел стоит, стреляется с ним, на него похуй, он по мне стреляет, ебаш. Ну спасибо, блядь, уебан тупой. Тут ошибки не было, в принципе, ну, тут сложно было, я не знаю, но я не в преимуществе был. 20 хп просто ни за что. Взорви меня, я ловлю хешку. Ну просто в зубы кидай мне ее. Я рот открыл, давай. Закидывай, блядь. 20. Соло нахуй. А, ВП вниз упало. Где? Сука! Ну невозможно найти, блядь. Ну ладно, похуй, я раунд соло выиграл. Аплодисменты в чате. Спасибо за сап. Фух. Если бы я это проебал, это был бы конец уже карьеры, реально. Но я такое не проебываю, я все-таки, блядь. Ёб твою мать, смоком-то попасть можно было. Да что это за вторая-то нахуй? Блять, это просто ошеломительный нахуй контент, блять. Ну я ебал. Что это за вторая рандомная флешка с банка в меня вообще летит, блять? Бля, такой сын суки нас убивает просто. Что это за смог, блять? Ну, бля, я ебал просто нахуй. Просто ебал, блять. Где дэмэдж? Привет, Тимур. Я в шоке. Я шокирован, реально. Не понимаю, что не так-то нахуй? Где же дэмэдж? Где урон, блять? Бля, там чел с ником... Король щит, нахуй. Просто кошмарит нас, блять. Вы видите? Блять. Ну у него пинг 5. Я пока во второй скоп вхожу, он уже на своем экране меня пикает и убивает, блять. Ну нет, я не понимаю даже, можно сказать. Я что, настолько хуйня? Ну нет. Ноу. Бля, какие вы нубы ебаные. Вот почему? Меня как-то убивают по-странному, я все время в клатче не нахожусь. Потом пошли вот так вот, чел у нас сыграл. Ну это долбоёб, это, блядь, стрим-снайпер с 2000 ЛА пределом. Этот просто репикнул нахуй. Ладно, 6 раундов. Мы вели 5-1, блядь, дефолт слокла. Там типа ни одним моликом, сука, за всю игру не попали. И сейчас нас победят, вы прикиньте. Он дефолт. Мату монстр. Ну что это? Вон смотри на. Вот это той. Придурок ебаный. Еще один, блять. Мамор. Съебались нахуй все отсюда. Куда вы лезете, друзья? Вот, да. Я копил ману ради этого раунда. Ничего необычного, просто 5 ебальников с калаша наставил. Да-да. Ну да, это я. Не удивляйтесь. Ай, блядь, стену въебался сразу после такого. Если это раш монстр, я себе глаза выколю просто. Ну, GTRP, разумеется. Бля, вы прикиньте? Я так сосал всю первую половину. И даже так, каким-то хуем, блядь, в КД единичку вышел. Это проклятие КД единицы, я вам отвечаю, я вам клянусь, блядь. Смог монстр сломан, плюс. Пока моя команда делает эко-фраги, я, в свою очередь, ни одного эко-фрага. Потому что мне они не нужны. У меня хлаги... Хлаги, блядь. Фраги только экстра-класса, которые супер нужны нашей команде. А эко это похуй. Это поебать. Найс. Ах, сука! Но я уже чувствую этот бараш, я чувствую его, блядь.
Прям запах есть такой. Бараша ебаного. Пропустили бы меня еще, конечно. Не молика, блять, нихуя. Я хуйня. Сука! Ну именно в этом раунде так по пизде все пошло, блять. Ёбаную мать. Бля, просто еб... Бля, ну и хуйня. Именно в этом раунде ни смока, ни молика, я еще его в пизду зали... Ладно, это был молотов такой, сдерживающий. Меня сдерживающий. Потому что если бы я его нормальным сделал, блядь, там бы эйс был. Я ебал. Я ебал рэп. Изи нахуй, один фраг сюда на базу, блядь. А чё это за... Ну я... Да-да, без комментариев, нахуй, отъебитесь вообще. Играть дерьма ебаного, блядь. Все нубы, нахуй. Я не могу играть среди нубов, блядь. Меня закинуло в нубское лобби, блядь. Тут все нубы, блядь. По сравнению со мной, все тупые, нахуй. Как мне здесь играть? Сложно, блядь. Непривычно. Оп. Ха-ха, реально лунг. Лунг. Я не знаю. Бля, жаль, нет никакого у меня дома, чтобы меня просто ебало набили. Я реально ж хуёвый. Я не понимаю, почему я флешкой промазал. Я не понимаю, почему. Но я реально хуйня, я просто хуйня. Ни флешкой попасть, ни зажать, блять. Что я могу вообще, нахуй? Нубское лобби. Да умом-то я умнее, понятное дело, блять. Игра... Игра просто какая-то, ну, не моя. Ну и ни разу за Б не зарашили даже. Как с ними играть вообще? Б не зарашили, нихуя не сделали. Да, кэнд, блять. Меня не пройти, нахуй, сорян. Да ебать, ну меня текстуры все стопят. Ну все, они поняли то, что у них у нас скорострелка, блять. Бургер. Он меня бургером обзывает, я не понимаю, что он несет, блядь. Пипичка, пипичка. Или пипичка и нахуй, что происходит? Ща они охуеют. Да никого, блядь, ну я никого не вижу! Ну по кому мне пострелять, блядь? Ну я ебал нахуй. Не дают просто, блядь. Я ни одного типа не вижу, я поеб... Ну ладно, я по конусам ебашить. Ну ладно, я в КД единичку вышел, меня в принципе это устраивает. Они, кстати, ни одного раунда за теров не взяли. Все почему? Потому что, блядь, на последнем раунде я просто взял... Я телепорт кину. И эйс заебашил. Все благодаря мне, блядь. Кто еще эйс заебашил на этой карте, кроме меня? Смок Хэвен, чё, блядь? Да, да, да. Знаток Скар 20, это у меня достижение, блядь. Соси хуй. Знаменательный момент на этот скриншот. Хуйню мне, как всегда, с одной пульки ставит, блядь. И, ну, бля, он... ну у него пинг 10, блядь. Если бы у меня был пинг 10, я бы 30 каждую игру бил. Клянусь. Но это если у меня был пинг 10 каждую игру, блядь. 16, 30, 170. Бля, прикиньте, они еще камбэкнут до допов и нас выебут. Я не верю в эту хуйню. Да где вы нахуй? Не, это рофл? Я был на Б принимательстве, блядь. Ни одного типа здесь нету, нахуй. Просто все попрятались, блядь. Давай, топай сюда, блядь. Легчайшая, блядь. Ничего не знаю, нахуй. Ну, всем лайк. Мне команда затащила, реально. Бля, я не знаю, меня команда реально тащит. Я хуйло бесполезное. Я просто бесполезный кусок дерьма.